Здравствуйте, Федюн Федор, со мной Федоров Михаил, защитник команды «Запрещенные игроки». Команда Михаила выиграла 6-0 у «Каштана». Михаил, как прокомментируете игру конкретно вашей команды сегодня? Все парни молодцы. Хочется поблагодарить Лешу, капитан, что дал возможность сыграть. Устал, да? Да, это моя первая команда здесь, в Краснодаре. Сыграли хорошо, парни молодцы. Все-таки ни одного не пропустили, 6 забили. Первая игра в сезоне. Дорогого стоит. Такие впечатления. Спасибо. А что скажете по поводу игры команды соперника? Они тоже такая новая команда. Если запрещенные игроки уже были тут, то «Каштан» новый и пока видно, нащупывают. Как вам их игра? Ну, мне особо сравнивать не с чем. Это, опять же, повторюсь, первая игра. Так, ну, чуть не хватило парням концентрации, возможно, это важно вообще в любом командном виде спорта. Но есть над чем работать. Все равно молодцы парни, старались, бегали. Какие амбиции у вашей команды на этот сезон ночной лиги? Амбициозные. Не могу ничего сказать. От игры к игре, да? Будем работать, будем стараться, да. От игры к игре. Хорошо. Самое главное. Спасибо, удачи. Счастливо.